Скандал в одной из школ в Ачинском районе. Родители и директор возмутились роликами, которые выкладывала в соцсети учительница английского. Девушка снимала шуточные видео в основном о рабочих буднях, но в одном из них явно перестаралась. А может, мое предназначение в жизни – заниматься тупой х**ой, и я все делаю правильно? Очевидно, что некоторых родителей возмутил именно этот ролик, где учитель хоть и не произносит бранное слово, но что она имела в виду, легко можно догадаться. Кроме того, мамам и папам не понравилось, что на некоторых видео на заднем плане есть дети, а вот разрешения от взрослых на их съемку нет. Общаться с нами учитель отказался, поэтому показать ее мы не можем. Девушку вызвали к директору и попросили убрать неоднозначные посты, но та решила удалить аккаунт полностью. Нашлись и те, кто поддержал педагога. Нужно разговаривать с этим учителем, делать какое-то замечание, там, чтобы приняли какие-то меры. Это же школа, она же учитель. Там же ничего такого плохого нету. Дети, наоборот, даже помогают. У меня сын конкретно в этом классе учится. Именно у этого преподавателя. То есть вопросов-то нету. Что тут такого-то? Тут же ничего криминального нету. При размещении роликов, конечно, были допущены определенные ошибки. И она об этом знает и осознает. Человек, она... творческий, идей у нее много, и я думаю, она найдет применение своим талантам и в реализации образовательных программ.